75-летию Победы посвящается. Псковский государственный университет представляет подборку устных рассказов о малой родине в годы Великой Отечественной войны. Секретарь общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей» Кожевникова Нелли Александровна рассказала об эшелонах смерти, которые шли через Псковскую область. Пленных наших загружали, особенно зимой. Зима была когда суровая, с 41 на 42 год. Загружали в эшелоны, раздевали, снимали верхнюю одежду в одном нижнем белье, набивали этот эшелон нашими пленными, держали где-нибудь без воды, без ничего, как говорится, несколько дней, ну, неделю там, как говорится, 5 дней, и перевозили с одной станции на другую. Вот на Псков товарные привозили, это в районе Псков, привозили это такие эшелоны, открывали и выгружали оттуда, опять же военнопленные выгружали, складывали штабелями этих трупы, можно сказать. Некоторые еще шевелились, но уже были, как говорится, жертвами. И такие кострища сжигали их. Горели всю зиму. Примерно так было 19 тысяч по 20 тысяч сожжено. Своими воспоминаниями поделилась Нелли Кожевникова.